Количество россиян с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевалило за сотню. Большинство из заразившихся привезли болезнь из-за границы. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Болеют жители 26 регионов страны. Пятеро уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, цитирует Голикову РИА Новости. Из-за коронавируса по всему миру отменяются массовые мероприятия. УЕФА в целях безопасности принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи запланированы в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Вспышка коронавируса породила панику среди россиян. Многие стали скупать продукты и предметы личной гигиены, опустошая магазины. Президент России Владимир Путин призвал граждан не поддаваться панике и не покупать впрок. Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать, заявил Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в России 8 человек вылечились после заражения коронавирусом. Глава российского правительства объявил о новых мерах по борьбе с вирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных ограничениях из-за распространения COVID-19.